Я, короче, сейчас решил. Шился. Че? Сейчас в 4 сменюсь. И че? Как-то по лестнице и ногу сломал. Не могу я, пап, меня трясет уже, блядь. Трясет страшно, пиздец. Не могу я нахуй здесь находиться уже. Я уж понял, блин. Сейчас я нахуй. У нас вчера он, пацан, ночью шел бы. В ямку ебался тоже, ногу сломал. Его увезли с этой хуйни, с этой точки ебаной, блядь. Я нахуй не могу я. Ну и ломай, Дим, что-нибудь. Падай, блядь, ёбнись чем, головой ёбнись, блядь, хуй с ним, нахуй, здесь вылечимся. Падай там как-нибудь неаккуратно, блядь, чтобы хуй с ним руку сломаешь, руку, блядь, ногу, ногу, блядь. Да-да. Ни хрена не получилось, блядь. Чё, боишься? Нет, блядь, не получается, нахуй. Ну вот у нас молодость косили, пацаны, я так не делал, но нет. Обматываешь полотенцем руку или чем, тряпкой какой-нибудь, намочишь ее. Подходишь, блядь, к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь, нахуй. И не так больно она, когда замотана, и кость ломается, там этот мокрый все, эта хуйня. Ну только об угол какой-нибудь, да, только сильно стукнет, там что выйдет. Ну, блядь, может и большой перелом быть, но... Может, большой даже лучше, может, тебя совсем тогда понесует. А скажешь, отступился, блядь, на руку, вот, уперся, что-то хрустнуло, и все, и не можешь, блядь, ничего. Сегодня ночью попробую. Демка, Демка.